Всем привет! Вчера я поймал матку от Ласиус Нигер. Сегодня я буду делать для нее инкубатор. Но инкубатор будет у нее не простой, а земляной. Обычно такая баночка с землей. У меня уже был опыт такого инкубатора, колония в нем развилась, но во время переезда в другой город муравьи в ней погибли. Как бы растряслось оно с землей. Вот, я буду держать вас в курсе событий, которые будут проходить с этим зеленым инкубатором, с этой маткой. Пишите свое мнение по этому поводу в комментариях.